Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр, и сегодня мы продолжаем прохождение карты Хронокалипс. Ладно, не будем идти до начала, поэтому переходим к видео. Так, я иду, то есть лечу, то есть прыжки лечу. Почему скелет не остановился, это для меня вопрос. Но сейчас я его мигом остановлю, ребят. Так, скелетик, пожалуйста, умри. Спасибо. Так вот, в прошлом выпуске, я, к сожалению, умер после конца, поэтому сейчас я попытаюсь обратно найти свой дом, как-то крайне странно прозвучало. Ой-ой-ой, крипер. Так, крипер, ты, пожалуйста, не мешайся в поиске моего дома. О, нифига, я ускорился, круто. Так, значит, ускоренно бежим к нашему дому. Так, видим наше треснут. А я замедлился. Я ускорил, медлился. Да, типа... Ну, ладно. Зомби, не мешайте мне, пожалуйста, я от вас убегу. Блин, сколько же тут на этой карте монстров все-таки, а? Еще и сложный уровень сложности. Даже она хардкорная. Так, заодно я убью этого лосося, потому что он мне не нравится. А мне нравится он не потому, что он мне не нравится. И где-то там, как я помню, должен быть мой дом. Так. Ну, посветлее сделайте, пожалуйста. Да, вот он мой заготовок дома, да. А, я только что подобрал саженец, да. Поэтому мы его садим прямо сейчас. Забегаем в наш заготовок дома. А, как видите, я тут раскопал в прошлом выпуске. А, так. Кладу дальше булыжник на переплавку пока что тогда. А, и мне еще пригодятся факелочки. А, ну, у меня не в инвентаре. И сегодня, полностью все выпуски хочу посвятить... я хочу посвятить тому, что продолжу создание своего дома. А планирую продолжить из того, что подниму уровень потолка своего дома. One hour later. Умерев и сломав пару кирок, в общем, я накопал булыжника, это, во-первых, во-вторых, немного расширил свой дом и уже стал готовиться к установлению стен. И потолка. Ну и пола также. Так, ладно, сейчас мы обратно найдем. А сейчас мы прибежим к нашему дому. Так, сделайте, пожалуйста, поярче. Для Санжа 105. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, я прошу вас. Так, круто, я упал. Давайте поднимемся. А, так, сломаем тут этот вот блок. Раз, два. Идем обратно к нам на хату. Такс. Угу. Собираем булыжник. Кладем его в сундучок. И как видите, вот здесь вот у меня будут стены вот таким вот образом сделаны. Плюс я сделал потолок чуть повыше. Вот. Давайте возьмем следующую кирку. И продолжим копать. Такс. Ничего, здесь вот прокопаем пару блоков. Ой, я случайно в яму упал. Так, получается, тут у меня будет потолок. Тут у меня уже будет начинаться, по сути, стена. Кстати, это неплохой способ выбить кремень, на самом деле. Я же полностью все расчистил. Да, тут я полностью все расчистил. Тут я тоже расчистил. Ну, получается, что стена у меня будет где-то тут. Да, теперь осталось только подвинуть сундук. Так, я только что услышал звук какого-то мародера. Пошлите-ка с ними сразимся, что ли? О, здорово! Тебя ждет смерть. Все. Просто получили арбалет. Нормально. Так, хорошо. С полом я разберусь чуть позже. А сейчас мне опять придется сломать сундук, так как я... Человек не самого высокого интеллекта, как вы поняли.
Стены у меня будут из кирпичей, я так решил. Пол будет из досок, а потолок как раз таки из меди, как я и обещал. Да. Начинаем строительство, друзья. А, кстати, окно тут тоже будет. Потом увидите, какое. Окно тут будет крайне нестандартное, ребят. Так, вот таким вот образом сюда ставим булыжник. Ну и над источником освещения, скорее всего, тоже потом подумаю. Возможно, сделаю что-нибудь редстоуновое. Ну, типа, как, знаете, точечный свет, что-нибудь подобное сделаю, скорее всего. Так как факела это слишком примитивно и скучно, как мне кажется, на новых версиях. Такс, главное аккуратно сюда теперь не падать. Поставить сюда один факел. Такс, такс. Ну все, строим. Тут, к сожалению, конечно, не в креативе, но ничего. Да блин, я опять пал. Ладно. Так, надо бы забрать отсюда факел и переставить его вот сюда. Так, тут факел стоит нормально, остальные факелы стоят тоже вполне нормально. Хорошо. Так, это сюда. Получается, что пол у меня будет... я решил сделать так, чтобы у меня будет тут пару ступеней. А стена будет на этом уровне. Ага. Да блин. Так, выкапываемся отсюда. Вот таким вот образом. Надо будет как-нибудь потом тоже заделать все эти дыры до полного. О, ускорено. Но по сути мне сейчас это ничего не дает. Вот это вот ускоренность. Ладно. Так, что там еще у нас? Сколько стаков? Ну, я крайне надеюсь, что у меня хватит тех ресурсов, которые у меня сейчас есть. Хотя... На самом деле, честно говоря, немного сомневаюсь в этом. Вполне возможно, что и не хватит. Так, продолжаем ставить сюда. Да блин. Я застопорился. Можно мне повернуться как-нибудь, пожалуйста, прошу. Прошу. Пожалуй. Да блин, я еще и замедлился круто. Ну, на блоках же это никак не влияет, а нет, влияет. Или не влияет. Нет, не влияет, видимо. Ладно. Так, не забываем поставить также булыжника сюда. Тут вот такую вот балку. А тут у меня будет непосредственно вход в мой домишку. Ага. Так, тут все правильно. Так, это сюда, это сюда. Так, в мой домишку уже вошли некоторые люди без приглашения. Вас сюда не приглашали, мистер зомби, поэтому я вас убью. Все, больше никому без приглашения не приходить. Вас я тоже не приглашал. Так, ставим также блоки сюда. И, походу, снова придется ставить на переплавку. Надо бы, кстати, действительно в этом выпуске накопать железо, так как, ну... в прошлом выпуске, как вы помните, я его не, так и не накопал. Так, все, хватаем бы. Теперь плавь вот это. Лучше вот это. Так, из медных блоков я крафчу медь. Вот таким вот образом. Хорошо. Так, я нашел себе еще 24 блока, но не думаю, что этого хватит. Конечно, этого не хватит. Так, так, так. Поэтому пока все это дело плавится, я лучше продолжу делать пол. Такс. Это вот сюда. Ага, отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Ну ладно, надо бы действительно сейчас сходить за дровами.
Так, сейчас я возьму свою броню. Именно золотой шлем. Надо бы еще, наверное, с шахту сходить, что ли. Так. Топор у меня был в инвентаре. Поэтому сейчас мы отправляемся заниматься собирательством. Так, я уже почти вернулся к себе домой. Ну что ж, я нарубил немного дерева, добыл немного себе еды, которую сейчас пойду пережаривать. Так, пожалуй, нужно скрафтить вторую печку для начала. Да, для начала планирую скрафтить вторую печку и вот такую вот коптильню. Так, закидываю немного угля, жарим. Так, что у нас тут? Хорошо, угольные блоки я... Тогда... Ну, блин, меня опять остановило. Да черт. Дайте мне пошевелиться, прошу. Прошу. Так вот, что я сейчас хочу сделать? Я хочу посмотреть у себя в сундуке на наличие костей. Да, у меня есть кости. Отлично, у меня появится собака. Только что там были волки в лесу. Я хочу их приручить. Так-с. Идем туда. И сейчас у меня, походу, появится собака. Где? Где были эти волки? Покажите мне их. Сделайте поярче, пожалуйста. Спасибо. Где я хочу найти этих волков, чтобы приручить? И теперь у меня будет друг. Где? Где же? Я только что их видел. Только что были. Без... Но... Да блин, да где? Где они? Может, туда куда-то ушли? Нету только коров. А, ну вот они. Так-с. Приручаем-ка тебя. Так-с. Угу. Ой, тихо-тихо-тихо. Надо его зарегенерировать сейчас. Главное, только так не падай. Так, молодечек. Так, тихо. Угу. Берем с нее мясо. И направляемся домой. Ой, только я сам хочу кушать, ну ладно. Так, направляемся домой. Сейчас я пережарю мясо тогда. Так, вот мы уже почти добрались до дома. Как там у нас дела с мясом? Оно почти что пережарилось. Кладу еще мясо. Ем мясо. Так, в сундуке у меня больше места нету. Поэтому крафтим второй сундук. Каждый выпуск по одному сундуку. Прикольно получается. Ну ладно. Еще я выбил зомби железо. Необычно, конечно, я получил самым первым в своем выживании железо. Ну ладно. О, ну я могу скрафтить щит. Хорошая вещь. А, так, ладно, что там еще хотел сделать? А, да, точно, дверь. Так, кладем щит в эту руку. Кладем дверь сюда. Ну, то есть не кладем, а ставим. Все, теперь у меня есть цивильный вход. И теперь надо сделать не менее цивильный сундук. Так, перекрафтиваем это. Еще немного крафта. И мы можем спокойненько сделать вот такой вот сундук. Ставим второй сундук. Так, хорошо. Куда я дел уголь, интересно? Ничего, кончился. А, нет, он не кончился. Тогда делим уголь. Вот таким вот образом. Так-с. Немного угля сюда. На переплавку ставим вот сюда. Немного угля сюда. И также ставим на пережарку. А теперь
Данное видео подошло к концу, а значит, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.